Вот очень красиво. Да, красиво. Вот эти ромашки тоже красивые. Да. В прошлом году, не в этом году. Да, красиво. Какие-то странные фото и красивые. Нет, просто в самый конец, это самое, если дойдем, там посмотрим. Да. Ну зато не рвется на скатерть, да? Спроси, почем. А этот? Манишек, да, хорошо? Да. И еще цвет такой красивый, мне нравится. Может, просто почем? Парча красивая, да? Че? Как у тебя брюки? Что-то тебе такая клетка не нравится? Национальность. 33. Вот такой. Одинаковое качество. Рассвет. А, я думала, подсолнечник. А вот эти, Сань? Или они короткие? Че, почем? Вот этот желтый очень красивый, и вот этот серый красивый. Без еды не останетесь. Столовых много. Много. Рапутка. Нитки, булавки. Столько всего, а то, что надо, нету. Бесконечные ряды, фурнитуры, материала. Очень много времени, конечно, уходит, чтобы найти нужное. Ну, вот сегодня выделили в день, чтобы все приобрести. Занавески с бабочками красивые. Это тоже красиво. Занавески. О! Вообще красота. Это колючее, а вот это...
Но мы берем вот такой. Вот такой. Видишь? Это красавец огромный. Ага. А тут еще пока не открылись магазины. О, ну тут вот фурнитура будет. Ну, еще пока закрыто. Мы купили синтепон. Теперь гуляем с синтепоном. Ну, тут тоже вот это, в основном фурнитура, что ли. Ну, вообще-то надо заполнить такой огромный магазин. Ну, на втором этаже там пока вообще ничего нет. О, какая люстра красивая. Ой, вообще красивая люстра. Это, Саша, я думаю, мы все проходить не будем. А? Да? А нам туда надо? Ну, пошли. А, поэтому я спрашиваю, нам куда надо? Люстра красивая там висела, я сфоткала. При открытии этого комплекса было очень много народу. О, смотрите, какой огромный-огромный комплекс. Такие удобные магазины будут здесь. Сегодня очень много времени потратили, чтобы походить по базару. Ой, ну, она фотографировала материал в основном. Потом дома покажу, что мы взяли. Ну, синтепон вы уже видели, с которым Саша ходит. Пришли голодные. Ничего не успели приготовить, поэтому по дороге взяли плов на вынос. Сейчас посмотрим. Вот. Вот такой вот темный плов с перепелиными яйцами. Стоит около 4 евро. 3,80, наверное. Всем приятного аппетита. Будем кушать голодные сильно-сильно. Итак, что мы взяли? Мы взяли вот такой материал, чтобы делать мишек. Я думаю, красивые будут получаться. Взяли вот такую бобину для корон. Вот. Потом материал взяли со звездочками. Салатовый. Не салатовый, а цвет ментоловый. Потом вот такой вот желтый взяли тоже со звездочками. И серый. Материал с белкой звездочкой. Шуршу. Вот серый тоже красивый такой. Для чего мы взяли? Чтобы шить игрушки. Вот. Это вот мы тоже взяли. Это для корон обрабатывать, чтобы красиво было. И еще взяли фатин. Вот такого цвета нежного. Это для ежиков и для юбочек для зайчиков. Вот. А какие игрушки шить? Это вот такие вот мы игрушечки шьем. Зайчика вы, наверное, нашего уже видели. Сейчас мы вот такую тоже выкроечку сделали. Такие зайчики у нас. Вот такие киски. Ну, еще только мордочки надо сделать. И будет классно. Вот полдня потратили, чтобы все это найти. Базар очень огромный.
устали, проголодались. Кстати, плов был ужас. Невкусный. Больше там брать не будем. Всем хорошего дня и прекрасного настроения.